Добрый вечер всем. Сегодня у нас третья неделя каталога началась, и я хочу еще раз напомнить, какие акции каталога первого в 2019 году, какие акции вообще компании у нас сейчас, новости проекта «Партнер». Итак, начнем. Сразу хочу сказать, что сегодня, когда я готовилась, вы не поверите, не могла остановиться в приготовлении слайдов, потому что такой каталог, что так и хочется его всего разместить на слайдах. Значит, первая акция, которая у нас взаимосвязана с прошлыми каталогами, это с 17 и с 18. Минус 50% на косметическо-парфюмерную продукцию и косметику для дома. Не забываем, кто еще не забрал. Если вам в основном заказе ничего не нужно, вы просто добавляете пакет любой, допустим, или там какой-нибудь крем для рук. Но я в основном всегда пакет артикул 98-20 добавляю. И в акциях каталога выбираю с 50%. Ну и не забываем, что минимальный заказ на 29 рублей, чтобы забирать мега-бонус. Акции очень хорошие. Даже некоторые продукты выгоднее брать, чем в промо-акциях. Например, я так брала лак для волос, брала сыворотку для волос, салон, то есть 50% она выходит даже дешевле. И не забываем, что скидка 50% всегда считается от черной цены. То есть разделили черную цену на 2 и вычли свой процент, сколько вы будете экономить. Следующее. Промо-акциях продолжается акция. Это ликвидация коллекции 2017 года. Там одежда из прежних коллекций. Вы не поверите, очень многие коллекции я себе лично брала и платила за это намного дороже. Даже некоторые кофточки вышли даже наполовину дешевле, поэтому, конечно, я так думаю, там остались всего лишь остатки, но мало ли, может, вы что-нибудь себе присмотрите. И также сегодня понедельник, может, были возвраты, и то, что вы хотели, может, вернули, поэтому обратите еще раз внимание. Следующее. В каталоге эта акция не написана, но она есть на сайте. Скидки до 30% на серию базис. Эта акция у нас, наверное, каждый каталог проводится, и она сейчас до конца каталога. Значит, если вы берете две любые вещи, сюда входит и женское, и мужское, и детское, то идет дополнительная скидка 10%, если 3 – 20%, а если 4 и более – 30%. Одним словом, можно выгодно одеть всю семью. И несмотря на то, если что-то у вас пойдет на автозаказ, ничего страшного. Акция срабатывает, и потом та вещь, что придет с автозаказом, тоже будет по той цене, которую вы заказывали. У меня очень много слайдов, поэтому я хочу вас сильно не задерживать и все рассказать. Также в промо-акциях действует скидка. Она, правда, до 10 февраля на коллекцию «Флоранж» весна-лето 2018, последние три каталога. Там не только белье и купальники, там есть кое-что и из бижутерии, и даже есть носочки. Поэтому если где-то что-то сомневаетесь, пробуйте, заказывайте. Не забываем, что белье обмену возврату не подлежит, поэтому рекомендую плавки брать на размер меньше, это 100%. И лучше всего делайте отдельным заказом. Но, конечно, смотрите, чтобы был минимальный заказ в этом отдельном заказе. Ну, а сейчас я хочу заострить внимание ваше на выгодных покупках по каталогу. Не поверите, я сама даже на некоторые не обратила внимания. Почему я именно вот эту страничку первую поставила? Потому что, обратите внимание,
на какой шикарной акции роскошный крем для шеи и декольте серии Platinum. 8 рублей 69 копеек. Девочки, это просто невероятная скидка. Вы посмотрите, он стоил 37 рублей. Значит, во-первых, он такой плотный, жирный, экономный. И не зря говорят, что лицо женщины не совсем бывает там, где мы представляем. Поэтому шею и область декольте тоже нужно стараться держать всегда в порядке. Обратите внимание, кто еще не приобрел, обязательно себе закажите. Ну и, конечно, ночная маска тоже на шикарной акции. Ну, крем для шеи и декольте, круче акция. Ночную маску я лично пробовала, как только она появилась. Ее рекомендуют наносить, а затем смывать. Но не знаю, может быть, она мне так подошла, или же у меня до такой степени не хватало вот этих питательных веществ, потому что через определенное время ничего смывать не нужно было, оно все впитывалось. А уже потом, через несколько применений, да, нужно было смывать. Поэтому попробуйте, если у вас в данный момент заканчивается маска, почему бы нет? Серия Platinum – это очень шикарная серия. Опять же, обратите внимание, на какой акции драгоценная маска красоты из серии Гардерика. 50% скидка. Ну и плюс не забывайте, что вам еще возвращается ваш мегабонус кэшбэк. Кому 20%, кому 26%. Ну и здесь же есть ночное обертывание для шеи и декольте. Сумма такая же, как и на Platinum. Но просто если сравнить по цене Platinum и Гардерик, Platinum, конечно, дороже. Ну, а выбор за вами. И еще хочу обратить ваше внимание на гель-маску для лица с гиалуроновой кислотой Проликсир. Отличная маска, экономная. Вообще для масок я рекомендую приобрести кисть, про которую я писала в чатах. Девчонки, у кого каталог под рукой, напишите, пожалуйста, артикул, чтобы мне сейчас не искать. Очень экономно наносит любую масочку и приятная такая кисточка. Ну, нужно обязательно, чтобы она была, если увлекаетесь масками. Хотя я считаю, что в нашем возрасте, да и вообще, чем раньше начнешь, тем моложе будешь выглядеть, когда пользуешься и ухаживаешь за лицом правильно. Дальше. Серия, которой я пользуюсь уже очень много лет. И можно, как говорится, петь ей дифирамбы. Это серия ABC пилингов, но в старой упаковке, не в новой упаковке. Но, в принципе, разницы никакой. Я и у косметолога была, я прекрасно понимаю, что такое пилинги. Это просто пилинг для домашнего использования. То есть он 9%, потому что если мы делаем у косметолога, там проценты от 20 и выше сами себе сделать не можем, нужно быть, лежать с закрытыми глазами. А эту серию вы можете сделать дома. Сейчас как раз на нее сезон. Где-то до марта стабильно можно этот курс проходить. Ну а дальше, я не знаю, зависит от того, как у нас пойдет весна. Первый курс 10 дней, ну не подряд, а через 2-3 дня в зависимости от вашей кожи. Если кожа жирная, пористая или комбинированная, через 2 дня, если сухая, нормальная, через 3 дня, это 10 процедур вечером, когда вы уверены, что вы не пойдете уже на улицу, делаете все, как написано. В это время, когда вы все это проходите, шаг С, вы можете пользоваться как дневным, ночным.
Сразу говорю, если после нанесения пилинга у вас будет легкое пощипывание, это ничего страшного, это нормально. Значит, где-то у вас там, может, какие-то ранки, микротрещины есть, как бы не пугайтесь. А дальше я каждую субботу, у меня банный день, я делаю вот этот уход за лицом. А если где-то какое-то шелушение, обветривание, шаг С, кремик, можно использовать как дневной, ночной. Еще раз повторюсь, поэтому обратите внимание. И плюс еще, если у вас где-то сейчас ближайшие у подружки, там, мамы, кумы и так далее, может быть, день рождения, подарите ей. Они сами себе не купят, пожалеют и не поймут. А если вы подарите, будут пользоваться и посмотрите, будут вспоминать. Ну и плюс еще потом и закажут. Дальше. Обратите на какой невероятной скидке активная сыворотка для роста ресниц и для роста бровей. Я думаю, уже много было отзывов по этим сывороткам. Я больше хочу остановиться на невидимом консилере для век. Здесь тоже скидка почти 50%. Значит, не каждый понимает, он выравнивает кожу и получается идеален для профессионального макияжа. То есть, если вам нужно выглядеть где-то, ну вот какой-то вечер, вечеринка, день рождения и так далее, он наносится именно на нижнее веко. И припудрили, там, ну уже кто как пользуется, корректоры, экспресс-корректоры и так далее, но он невидимый, такой воздушный-воздушный, его хватает на очень-очень долго. Попробуйте обязательно. Ну и тушь серии «Секрет», тоже на невероятной скидке. Но обратите внимание, что она пушистая, но кисточка двухсторонняя. То есть с одной стороны менее пушистая, а с другой более пушистая. Здесь я сделала слайд с двух страничек. Значит, хочу обратить ваше внимание на бальзам для рук и ногтей, восстановление и защита с депантенолом и пчелиным воском. Так как я в компании уже давно, такой бальзам у нас был раньше давным-давно в серии кислородной. Он очень жирненький. Его, да, нужно долго повтирать кожу рук, но он очень надолго остается, приятно пахнет и на самом деле защищает руки. Его можно, допустим, не пользоваться зимним кремом, можно пользоваться вот этим бальзамом. И он очень-очень, во-первых, он недавно у нас появился и очень редко бывает на акции. Обратите внимание, кто еще не обратил. А со второй странички хочу обратить ваше внимание на серию Ultra Clean Green гель скрам-маска 3 в 1. Я уже сбилась со счета, сколько тюбиков я ее использовала. Сразу говорю, на сухую кожу она не подойдет, а вот нормальная комбинированная и жирная – это вообще просто бомба. Здесь и белая глина, и мелкие скрабинки, и ее можно и умываться, то есть утром-вечером. Можно и хорошо поскрабировать, там, допустим, 1-2 раза в неделю в зависимости от вашей кожи. Также можно нанести как маску, дождаться, когда высохнет, и потом, когда смываете, плюс еще и сразу скрабируете. Ну, просто обалденная вещь, если вот проблемная кожа, пористая, есть различные высыпания, чистит кожу. Просто супер. И точно так же, как я обратила внимание ваше на серию пилингов ABC для лица, точно так же я хочу обратить ваше внимание на пилинг для рук. Почему-то мы всегда не забываем ухаживать за лицом, а про руки всегда забываем. Девочки, это те же кремики, которые находятся в фиолетовой коробке подарочной серии для рук Grand Prix. Это те же
крема и посмотрите, на каких они шикарных ценах, на каких шикарных акциях. То есть скоро 8 марта, купили 3 кремика, купили упаковочный пакетик, и вам подарок готов. Маме, свекрови, подружке и так далее. Ну а уже смотрите, что если женщина возрастная, можете взять омолаживающий крем. Если девушке, можно взять жидкую перчатку. У меня жидкую перчатку даже муж полюбил. Она на самом деле, если работаешь на улице, часто обветривается, очень хорошо защищает. Поэтому берите, пока есть. Но правда, я не знаю, есть они или нет. Значит, здесь обратите внимание, в серии «Эксперт Фарма» 3 вещи. Значит, 2 крема. Крем, восстанавливающий с аргинином. Кто помнит, я думаю, здесь есть девочки, которые помнят. Раньше был у нас в серии «Сингара» кремик в красной упаковке. Он назывался тоже с аргинином «Скорая помощь». Вот это аналогичный крем. Если у вас есть какие-то проблемы со спиной, различные растяжения, ушибы и так далее, он на самом деле работает. И, в принципе, те же действия и в креме с термоэффектом. Он идет на змеином яде, и он сейчас на очень классной скидке. Обычно он, по-моему, или 6,59 где-то. Но у меня есть клиенты, которые постоянно берут своей маме, сестре, то есть если они попробовали, они уже не обращаются в аптеку, а берут вот именно эти крема. И намного они дешевле, чем аптечные крема. И обратите внимание на гель-спрей для ног с пребиотиками. Он тоже к нам пришел из серии «Сингара». Я его тогда еще полюбила. И с тех пор беру уже в обновленной упаковочке. Я его использую постоянно. На чистые ноги наносите, а затем одеваете носки. Профилактика потливости. Если есть такая проблема, как неприятный запах, он именно убивает эту проблему. Поэтому попробуйте. Но это именно не обработка обуви, а именно на чистые ноги. Ну и крема для рук из серии Beauty Cafe, на которой всегда пишут «вкусно, но не съедобно», «очень вкусно пахнут», «вишня», «карамель», «ваниль». Жирненькие кремики, но они впитываются быстро. Крем «карамельная груша» у нас идет для рук и ногтей, а «ваниль» и «вишня» просто для рук. Это у нас последние странички. Обращаем ваше внимание. Это та же серия Beauty Cafe. Обратите внимание, на какой шикарной акции отшелушивающий скраб для тела лимонное Монпасье. Что-то мне кажется, по чуть-чуть нас обновляют серию. И серия лимонное Монпасье, наверное, уйдет во свояси. Такие большие скрабинки, если вы любите пользоваться скрабом для тела, попробуйте. И я даже, знаете, что пробовала, где-то было, очень уж я обветрила руки, очень шелушились, то вот именно я вот таким скрабом поскрабировала очень хорошо руки. Но, правда, у нас тогда еще не было жидкой перчатки, крема и этих всех кремиков серии. И знаете, очень даже хорошо помогло. Также рекомендую этим скрабом поскрабировать локти, если нету скраба для ног, ноги. Очень крутая вещь, и за такую сумму он всегда по рублей 6 был, а сейчас цены просто радуют. Ну а жидкое мыло для рук я всегда беру наше. Оно очень густое, приятно пахнет, долго остается на руках вот этот аромат. И штрудель – это крем-мыло, а лимонное Монпасье и малиной белый шоколад. Ну, просто жидкое крем-мыло, но по сравнению с другими жидкими мылами, здесь 300 мл.
Ну, а крем для рук и ступней малиной белый шоколад я беру почти постоянно, потому что мне не люблю я, когда нанести крем на ноги, потом нужно идти мыть руки, а здесь сразу нанес и на руки, и на ноги, и можно лечь спать. Так что обратите внимание. И шампуни, которые мне полюбились, как только они появились. Также я вижу, что у меня на офисе очень хорошо их заказывают. Как только они на акции, есть женщины, которые берут сразу по 5, по 6, видно на всю семью. Вы не смотрите на то, что дешево, как бы некоторые думают, раз дешево, значит, наверное, не то. Нет, совсем не так. Просто это обычные шампуни, непрофессиональные. Но, во-первых, это шампуни на травах, во-вторых, они густые, очень хорошо пенятся, то есть они экономные, вымывают волосы быстро, ну а кондиционеры у нас все, в любой серии шампуней, они такие густющие, что иногда кондиционера на две бутылки шампуня, то иногда и на три хватает. Так что обратите внимание. Но вот это все нужно брать в бонусах за покупки, то есть в основной заказ не добавляем. Это тоже в конце каталога, не зря каталог у нас называется сейл. Гели для душа, они вообще называются два в одном, то есть гель пена. Они часто бывают на акции, я тоже думаю, что их уже по чуть-чуть выводят с ассортимента. Здесь обычные ароматы: роза, лимон, лайм и морской аромат. А вот серия этноботаника в старой упаковке. Кто попробовал, берет ее постоянно, особенно маску для ног, которая сейчас у нас на акции, но ее уже вроде бы нету, разобрали. Эта маска для ног просто находка для тех, у кого есть какие-то проблемы со ступнями. Микротрещины – это очень нужная вещь. Потом, если очень сильно грубые натоптыши, нанесли, не нужно смывать, одели носочки, и если у вас есть какие-то микротрещины, посмотрите, через 3-4 применения они начинают сами с собой затягиваться. Но, как я уже повторюсь, что-то вроде бы ее уже разобрали. А серия – это у нас оранжерея, которая тоже часто на распродаже. Османтус и лемонграсс, и роза, и сандал. Вообще аромат розы я как таковой не люблю. А роза и сандал – это просто нечто. Я постоянно беру жидкое мыло из этой серии. И гель для душа мне очень нравится. Просто их миллилитра у нас 200, то если на акции, тогда бьюти-кафе выгоднее брать, но аромат просто нечто. Ну, османтус легкий, ненавязчивый, просто я как-то люблю ароматы посложнее. Если вы любите свежие ароматы, обратите внимание на вот эту вот серию. И здесь есть ирис и папоротник. Ну, это я сразу говорю, здесь аромат на любителя, потому что ирис и папоротник, и мыло просто кусковое, пион и лилия. Но кусковые мыло реально очень дешево, они долго не смыливаются, хватает надолго. Главное условие, чтобы в мыльнице не было воды. И еще обратите внимание, если кто-то не обратил внимания, на зубные пасты. 100 миллилитров семейная по 2 рубля 19 копеек. Скажите, пожалуйста, где сейчас можно купить пасту за такую цену? Ну, сказать честно, я как бы даже не знаю цен, потому что я по магазинам не хожу. Но просто я знаю, сколько стоит обычно вот эта наша паста, и сейчас она почти наполовину дешевле. Она на самом деле очень и экономная. И если любите сильно мятные, пожалуйста, берите мятную. Но я как-то больше всегда беру цитрусовые, потому что если просто мятная, для меня она аж жух. Ополаскиватели
для полости рта, кто пользуется, тоже обратите внимание, лечебные травы на акции. Ну и здесь я разместила бонус за покупки для мужчин. Я с этой серии всегда мужу беру дезодорант, антиперспирант. Потому что если с парфюмированных, они просто дезодоранты. А антиперспирант из серии вот Celsius, из серии Men, они идут именно антиперспиранты. Они не дольше держатся. Ну и также обратите внимание на пену для бритья. Тоже очень дешево. И если вы еще пену для бритья не пробовали, возьмите обязательно, попробуйте. Они намного экономнее, чем магазинные. Это точно. У меня даже папа это заметил. Вот Оля подсказывает, что пену для бритья под 50% выгоднее брать, чем бонус за покупки. Так что у кого еще остались 50%, хватайте. Ну и гели для душа, который тоже звучит гель-пена. Это самые большие гели у нас по 300 мл. Концентрированный, парфюмированный. Ароматы все здесь такие вкусненькие. Я думаю, по цвету определите, какие посвежее. Но мне очень нравится карибский бриз. Он напоминает вкус детства. Я бы сказала, он пахнет трайплом. Таким вот цитрусом. И очень мне нравится Дикая Африка. Такой очень сладкий гель. Но если вы просто любите такие, если любите посвежее, ну то, конечно, или любовное цветение, или турецкая ривьера. Но это тоже, как я уже сказала, берем в промо-акциях. Уход за волосами. Лак для волос и мусс, лак, про который мы вам сегодня писали, его тоже выгодно с 50%, даже чуть-чуть дешевле брать. Но на самом деле я им пользуюсь уже очень давно. Пробуйте, не смотрите, что здесь миллилитров, кто-то говорит мало. Все нужно пробовать. Но главное его преимущество, что если вы попали под дождь, ничего страшного, волосы высохли, расчесались и все. Нету утяжеления, нету жирности, нету этих белых хлопьев. Просто свежие, хорошие волосы. Ой, не обратила внимания на серию «Эксперт восстановления». Здесь шампуни у нас часто бывают на акции. Я хочу обратить ваше внимание на бальзам «Флюид» для секущихся кончиков. Не смотрите на то, что он дешево. Во-первых, он не часто дешево сейчас, но он на самом деле работает. До того времени, когда у нас не было еще серии «Салон», я постоянно его брала. Он на самом деле запаивает. У меня были женщины в возрасте, которые постоянно и завивку делают, и красятся. На самом деле работает. И его, если я не ошибаюсь, можно взять за 20 накопленных баллов. А эликсир для волос, который тоже сейчас на акции, его можно взять за 35 накопленных баллов, если у вас есть, или же заказывайте в основной заказ. А если кто-то хочет рассмотреть серию подороже, вот вам, пожалуйста, серия «Салон». «Салон» у «Умный кератин» и ценные масла, но обратите внимание, и там сыворотка на обалденной скидке, маски волос на шикарной скидке. И обратите внимание на двухфазный спрей. Если вы постоянно пользуетесь феном, окрашиваете волосы, может химическая завивка, обязательно возьмите. Вы лучше пожалеете волосы, чем деньги. Потому что, ну я не знаю, может у меня уже профессиональное, я реально вижу, когда у человека волосы просто кричат: «Напоите меня, вылечите меня» и так далее. Это очень-очень заметно. Но вот умный кератин я себе брала только горячее обертывание. А вот сыворотку питательную из ценных масел я уже одну использовала, заказала сейчас в этом каталоге новую. А спрей двухфазный у меня уже вторая бутылочка. Они очень-очень, девочки, экономные. Сыворотки, там маслица, если у вас волосы средней длины, одного нажатия вполне хватает.
Так что пробуйте, не жалейте. И обратите внимание, что сейчас на акции краска, которая у нас считается самой дорогой, шелковая, окрашенная протеинами шелка. Здесь, правда, может палитра не такая богатая, как в эксперт, но пробуйте. Как-то, знаете, я все время сталкиваюсь, что если человек взял, попробовал эксперт, другую даже не хочет пробовать. Если кто-то взял шелковое окрашивание, другую не хочет пробовать. Если ботанику, тоже не хочет менять. То есть человек подобрал себе цвет и не хочет как-то экспериментировать. Хотя я уже все пробовала. Сейчас я остановилась на серии ботаника. Поэтому я уже сказала, обратите внимание. Косметика. Тональный крем, увлажняющий, промо-акциях. Он увлажняющий, он подойдет на нормальную и сухую кожу. Удобно его наносить и пальцами. Можно, конечно, взять спонжики, но я сразу говорю, так как он такой жидковатый, спонжики будут чуть-чуть впитывать. Я сейчас всем рекомендую пожалеть, купить кисть для тональной основы, и ее хватает на очень долго использовать так, потом, если уже очень сильно загрязнилась, но хотя сколько я ей пользуюсь, еще я ее ни разу не мыла. И обратите внимание, что пудра Illuminizer сейчас на очень хорошей акции. Кто предпочитает румяну в шариках, тоже на 3 рубля почти она дешевле. Ну, а акцию на туши я всегда беру по таким акциям. И здесь в промо-акциях две моих любимых туши. Это тушь искусства объема, которую я беру или 3 пятерки 2, или 55.09. Это экстра черная. Значит, тушь искусства объема чем отличается от других? Там очень узенькое горлышко, и получается, вы, когда вынимаете саму кисточку, все-все лишнее остается в тюбике, и вы просто берете и краситесь. Поэтому я сразу говорю, тот, кто любит, чтобы у них были жирные ресницы, чтобы было видно, что очень сильно накрашены, вам эта тушь не подойдет. Вам надо брать тушь другую, потому что... Эта тушь такая полусухая, но мне это и нравится, что по-быстрому накрасился и красиво. И тушь 55-76, революционный объем. Кисточки у них по форме похожи, но просто в революционном объеме она намного огромнее. И там больше миллилитров, 12,5, а в искусстве объема 10. Поэтому можете рассмотреть еще и вот эту тушь. Вот я всегда беру 55-76, 55-52, 55-09. Вот это три туши, которые я всегда беру. Подкручивающую тушь я брала, пробовала. Просто для меня здесь сильно маленькая кисточка. Этой тушью, ну, зависит, конечно, от ресничек, но этой тушью хорошо сначала, допустим, подкрутить, а зачем взять вот эту большую кисточку и накраситься. Водостойкую тушь лично я не брала, потому что у меня чувствительные глаза, водостойкие туши я вообще не беру, но в заказах, кто любит водостойкую тушь, особенно кто увлекается бассейном, вполне можно пользоваться. Тушь 52-17 лично не пробовала, говорю сразу. В заказах встречается. Здесь хочу обратить внимание на губную помаду Рената. Она мне, для меня на втором месте после помады, которую я покажу чуть позже. Они чем-то похожи. Здесь просто богаче упаковочка. Кремовая текстура, очень хорошо скомпонована, долго остается на губах, увлажнение отличное. Если у вас есть такая проблема, как частая сухость и шелушение губ, вам эта помада подойдет. Но они точно такие насыщенные, как в стикере, так как она кремовая. Поэтому
смотрите, если не уверены, лучше сначала закажите пробничек. А вот эта помада, про которую я вам говорила, она для меня номер один. Помада модельер цвета. Правда, намного больше оттенков, не знаю, или разобрали, или самые неходовые сейчас дают на акции, как бы не могу сказать. Но 44-107 я его брала всегда, но его уже каталога 3 точно не дается, даже не пробивается артикул. Но я, правда, нашла похожий оттенок. Это 44-110. Он очень похож на 107. Просто его... А нет, есть он здесь. Так что если вы тоже брали 107, возьмите 110. Обалденная помада. Обычно у меня помад много. Я крашусь, как говорится, под настроение. Но это единственная помада, которую я выкрасила до самого низу очень быстро. То есть я ей пользовалась часто. Она долго очень остается на губах, как я уже сказала. Во-вторых, цена в принципе приемлемая. Рената, как вы видели, намного дороже Daytona сейчас на акции. Поэтому, если вы не пробовали, возьмите. Правда, здесь оттенки остались такие, если только любите. Сейчас я вот думаю, может, мне красную заказать, попробовать. Хотя у меня красная есть, в серии «Секрет». И еще обратите внимание на тональную сыворотку. Это серия «Секрет», которая считается у нас люксовой. Сыворотка обалденная, правда, ее только 2 оттеночка, но она сейчас на хорошей акции. Обычно она по 20 рублей. Или же ее можно взять за 100 баллов накопившихся. Обратите внимание, вот ее, она и жидковатая, и плотная такая, то есть ее расход очень-очень такой экономный. И получается, хватит надолго, так как вы не выдавливаете, как в других тональниках, а с дозатором, то есть лишнего ничего не выдавите, обратите внимание. Ну, а это последняя страничка помад, которая на акции, и карандаши для губ. Значит, из этих помад я себе сейчас заказала 40-064, у меня уже такой оттенок был. Вообще я матовые помады не любила, но когда попробовала именно вот эту помаду, она мне очень-очень даже полюбилась. Поэтому сейчас я себе приобрела вот именно вот этот оттенок. И здесь, заметьте, еще 2 шоколадных оттенка. И очень интересно сделан колпачок там с магнитиком. Поэтому если есть у кого-то такая проблема, как открывание в сумке колпачка, там вымазывание, здесь такого не произойдет. Только вы начинаете закрывать, магнитик сразу притянул, и все отлично. Также 3 оттенка сатиновых помад. Я тоже себе приобрела первую, которая розовая, по-моему, глянец. Сатиновая помада, она очень жирная, кремовая, и она вот именно такая, как в стикере с первого нанесения. Поэтому, если вы не любите яркие насыщенные помады, лучше не экспериментируйте. А помада 3D. Поцелуй, здесь у нас идет тоже только 7 оттенков, она такая глянцевая, без перламутра, без блеска, без ничего, просто такая глянцевая, но тоже оттенки, смотрите, есть и яркие, и светлые, но видите, в основном всюду такие коралловые остались оттеночки. Увлажнение цвета 1 оттенок. Это видно, распродажа у нас. Но если здесь есть ваш оттенок, почему бы не приобрести за такую смешную цену? Ну и еще одна последняя страничка. Я ее разместила, но сразу говорю, тональник уже разобрали, его нету. Жидкие тени. Галактическое путешествие. Обратите на них внимание. Если здесь есть ваши оттенки, они очень классные, не скатываются. Просто когда нанесли их, подождали минутки 2-3, чтобы они высохли. И пальцем убрали, где есть в морщинках каталась. И дальше спокойно выходите целый день. Я как-то предпочитаю больше карандаши.
но вот себе в фиолетовом оттенке вот такие тени брала. Ну и жидкие тени для век такие невзрачные от Маши Вэй и глиттеры для век. Ну, смотрите, если пользуетесь, берите. Ну и жидкая подводка золотая. Подводки у меня есть, просто золотую я брала в другом оттенке, но это очень и очень дешево. Дальше обратите внимание на парфюмы. Долго задерживаться не буду, просто обратите внимание, какие акции. Когда будет 8 марта, много подарков надо будет или 23-е. Лучше начать скупать по чуть-чуть. Вот это все молодежные парфюмы мужские. Особенно популярны среди молодежи «Пульс». Обратите внимание, какой дешевый парфюм. Это уже более побогаче парфюмы. Их я не рекомендую брать без пробников, если не пробовали, особенно платину и шато. А это моноароматы. Если вы любите ненавязчивые легкие ароматы, здесь все, кроме манго, вам ваниль вам подойдут. Аква, Apple очень вкусные, личи, white tea, белый чай, вообще обалденный такой запах, манго такой легкий. Ну а ваниль, на самом деле ваниль, это уже на любителя. Но это, как я говорю, брать в промо-акциях. Шикарный аромат и шикарная цена. Пуртужур, его еще называют свадебным. Отлично, просто держится. У меня девочки, которые брали в 30 мл, сейчас их берут, потому что держится обалденно, расход минимальный, и им можно пользоваться и летом, и зимой. И Festa de Vita. Она, конечно, дешевле, чем Пуртужур, но тоже пользуется отличной популярностью, берут очень часто, и сейчас я даже не помню, чтобы когда-нибудь были такие акции. Молодежки Fruity Story, Cocktail Story, Tropic Story, но есть женщины, которые их полюбили, и несмотря на то, что они туалетные, держатся они хорошо. Главное, чтобы вам этот аромат подходил. Ну и в конце водички в 30 мл, которые от серии Маша Вэй, и серия Букет 50, но серию Букет я рекомендую, ну, зайти на офис понюхать или заказать пробники, потому что можно не угадать. Мужские ароматы в бонусах за покупки. Очень шикарные цены, особенно Celsius, Gentleman и Van de Aventure. Они в 30 здесь 5 мл, стоят намного дешевле, чем в 50. Ну и сиденье. Скоро 23 февраля. Шикарный подарок мужу, особенно если он работает водителем. Одним словом, если сидячая работа, также рекомендуют бухгалтерам, учителям. Ну и школьникам не помешает, если на самом деле учатся и долго проводят времени за столом. Ну и уход за домом. Я таких цен, даже сказать честно, и не припомню, чтобы у нас когда-нибудь средства для дома стоили по 3,69. Девчонки, ну, на самом деле такого не помню. И средства от накипи. Обратите внимание, если не верите, закажите на двоих. Можете заказать на четверых. А лучше всего вы можете его заказать, так как вот эти ампулки отщелкиваются друг от друга, и подарить по этой ампулке своим постоянным клиентам. Посмотрите, как им будет приятно. Вот этот роллер за 14,49 у меня уже очень много лет. Лет 6 точно. Ним ничего не становится, поэтому если у вас есть питомцы в доме, приобретите, не пожалеете. Легко моется под водой, высушили и положили обратно в чехол. Пятновыводители на шикарной акции. И сейчас у нас зима,
обратите внимание на влажные салфетки. Особенно если вы ходите, я думаю, все ходят в пуховиках, в куртках. И как мы все знаем, они мажутся очень часто, особенно где-то то тоналка, ну, разное бывает. Шикарная вещь в этом деле – влажные салфетки. Не настираешься каждый раз, а влажные салфетки помогут, и высыхает, пятна не остается, поэтому пробуйте. Ну и средства для стекол. Как я и говорила, цены вообще. О, ну, салфеток нет, никто не сомневался. Здесь я хочу обратить ваше внимание на бальзам для губ, который всегда пишут в каталоге бальзам для губ, а на самом деле называется похудей. Многие не верят, я сама не верила, пока мне не посоветовала его женщина, которая его приобрела. Это не значит, что вы там будете худеть и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю, может, если курсом пользоваться. В чем мне он нравится? Он у меня всегда стоит возле компьютера. И начиная где-нибудь с часов 7, вот я сижу, дай намажу губы, дай. И понимаете, и реально, если у вас есть такая болезнь, как ночной обжор, он от вас по чуть-чуть уйдет. Бальзам не горький никакой, как бы я здесь ничего не скажу, но просто он содержит вещества, которые по-любому попадают нам в ротовую полость, и они убивают вот это чувство. Ну, понятное дело, голодать не нужно, но я его использую именно как профилактика удержания. Обратите внимание, на какой акции супы и каши, кофе. Особенно кофе с молоком мне очень нравится. И на наши чаи, фиточаи. Спокойной ночи. Здесь такие успокаивающие травки и легкость тела. Обратите внимание, на рубль дешевле. На белье шикарные акции. Ну, плюс еще высчитываете свой мегабонус. Значит, обратите внимание, что серия Марсель – это хлопковое белье, поэтому имейте в виду, что тянется очень хорошо. Ну и, конечно, обувь, кроссовки – вообще смешная цена. Ремни эти у меня почти все есть. Вот у меня есть 7-й и последний золотой есть точно. Остальные я брала, но они мне узковатые. Так, и сейчас новость для Беларуси. Хочу объяснить, потому что некоторые не так поняли. Значит, если вы делали заказ в 18-м каталоге, но по привычке или, может, не заметили, и не забрали парфюм-подарок, который назывался «Комплимент», но вы сделали заказ и оплатили его в 18-м каталоге, то вам будут предлагать водичку в промо-акциях. Обратите внимание, ее можно будет забрать до 10 февраля. И тоже ее будут давать при заказе на 29 рублей. Просто воду забрать будет невозможно. Но еще раз повторю, это для тех, кто сделал заказ, оплатил, но просто не заказал водичку. То есть не для всех. Дальше. Бонус для непостоянных покупателей. Очень шикарная акция. Те, кто последние 3 каталога не делал заказ, заказывают на 35 рублей. И в промо-акциях не забываем забирать подарок. Это зубная паста, мой любимый гель «Роза и сандал» и крем-мыло для рук. Все это будет, как обычно, набор 1, набор 2, набор 3. Вот за 60 копеечек такой шикарный подарок. Ну и напоминаю, что для всех партнеров проекта «Партнер» у нас в этом каталоге просто шикарный розыгрыш. Мы решили, что любой даме нужен стильный плащ. Поэтому
вы можете его выиграть. Конечно, участников у нас с каждым каталогом все больше и больше, но у вас тоже есть возможность его выиграть. Один билетик – это 35 баллов, то есть ваша задача – чем больше баллов, тем больше возможности его выиграть. Если у вас 105 баллов, у вас уже 3 билетика. Ну, а подведем итоги, и кто выиграл, будете выбирать, какой хотите клатч, и мы вам, конечно, его отправим. Ваша задача – записаться в группе ВКонтакте. Ну, а для остальных, кто еще не понял, что мы в эти выходные собирались, что-то у меня съехал слайд, на рождественские встречи с Faberlic пришли самые активные, даже, я бы сказала, приехали, потому что 3 девочки приезжали из других населенных пунктов, а одна даже очень далеко для нас. Молодцы, все были награждены, были подведены итоги, были поставлены цели, были откровения, и в конце мы все попали на праздничный концерт, который назывался тоже «Рождественские встречи». Пофотографировались, конечно, на память. А сейчас, опять у меня немного съехало, хочу обратить ваше внимание, если вы не помните, подумайте сейчас, распланируйте свое время. Наша Оксана, мой наставник, наш бизнес-спикер и мотиватор 2 марта проводит тренинг. Он будет платный, но для наших партнеров, то есть для проекта «Партнер», тренинг будет бесплатный, девочки. Поэтому распланируйте свое время. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, суббота. Сейчас точно посмотрим. Да, это суббота. И, как всегда, будет фотосессия. Я думаю, стоит приехать, послушать нашего любимого наставника, намотивироваться не через экран, а вживую, пообщаться с успешными людьми, да, наконец, просто встретиться. Поэтому планируйте свое время. Ну и, конечно, а насколько и где нам всем сообщать. Ну, и я уже заканчиваю. Памятка, которую, пожалуйста, можете даже сохранить. Она касается всех каталогов. Чтобы не потерять максимальный мегабонус, если вы сейчас на 26, или же если вы растите, чтобы иметь 26% мегабонус, нужно не только оплачивать заказы, но и в личном кабинете обязательно проводить. Если у нас здесь есть новички, не забывайте, что нужно оформить заказ на 45 рублей и тоже оплатить, чтобы получить подарок. Новички 2-9 шага, если еще не успели или не добрали до 65 рублей, добираем, потому что если вы сейчас не выполните шаг, у вас прекратится возможность и не будет уже возможности избрать шикарные наборы. Кто хочет иметь объемную скидку, если у них есть группа, не забываем, что у вас должно быть не менее 50 личных оплаченных баллов. Ну и, как я уже сказала, если вы заказали на 35 баллов и оплатили и более, не забываем записывать свои успехи в группу проекта, чтобы участвовать в розыгрыше. А кто является VIP-консультантом, не забываем набирать 100 личных баллов, иначе потеряете свой VIP-стаж, и нужно будет набирать все по-новому. Спасибо, на этом у меня все, старалась побыстрее. Если есть вопросы, девочки, пишите. Я старалась рассказать обо всем, может, на чем-то не обратили внимания. Я еще здесь минутку побуду. Пишите.